Все для нового поколения. Губернатор Алексей Русских побывал в северной части Ульяновска и ознакомился с ходом ремонта здания на улице Радищева, где разместится Дом молодых. По задумке создателей, это будет своеобразный центр притяжения активной молодежи. А появится он благодаря федеральным субсидиям и нацпроекту в поддержку молодежной политики. Я думаю, что к концу года не то что успеют, а обязаны просто успевать. Будет Дом молодых, прекрасное здание. Вот, осмотрел я и практически и все этажи, и в цоколь. Ничего там такого сложного нет. К Новому году будем открывать. Прекрасный будет дом для молодых. Мало сделать, важно его наполнить содержанием. И содержанием Дом молодых уже начали наполнять. Организация с этим названием уже активно работает. Но все же планы на следующий год куда более масштабные. Дом молодых станет своеобразным пространством для творческой и интеллектуальной молодежи, для социальных и других проектов. У нас уже собрана команда, люди уже приходят, мы делаем события на территории города. Буквально вчера прошло мероприятие, фестиваль, который мы организовывали на территории Суворовского училища. То есть это будет масштабная работа, можно сказать, такой центр компетенций, по сути, будет для молодежи. Здесь будут и выставочные пространства, и студия звукозаписи, и видеозаписи, и мастерские, в том числе и лектории, где мы будем взаимодействовать с молодежью. На ремонт и проведение мероприятий благодаря федеральной поддержке выделено 116 миллионов рублей.